Всем здравствуйте! Мы сегодня на фабрике в росписи деревянных игрушек в городе Нерехта. Видите, такая здесь красота. Это вход. Сувенирная лавка. Прошу прощения, забыла, у меня он, как всегда, я болею, голос сел. Вот такая вот красота, уже елочки новогодние. Сувениры. Огромное количество всяких матрешек. Всех видов и сортов. Рублей. Сегодня мы будем их расписывать. Да, вот красота наверху. Да, снеговичок едет. Ну что, дальше я продолжу съемку уже в цехе. Деревянные, красивые лошадки. В общем, народные сувениры деревянные, расписанные вручную. Эта фабрика занимается изготовлением деревянных игрушек, ну и с новогодним уклоном тоже. Вот такая вот красота.